Итак, всех приветствую на моем канале Майер Майер. На моем канале выкладывается контент ремонта автомобилей, всякой электроники. Также я делаю обзоры на различные товары с AliExpress, eBay. Заходите на канал, подписывайтесь, смотрите мое видео. Сейчас новая у меня такая рубрика, то есть спортивный канал такой, подкаст такой. Здесь будут всякие мои турниры, не только шахматные. Видно будет, какие там. Играю я в различные там состязания, там по теннису, там прочее. Футбол играю. Вот. То есть какие-то. То, что мне понравится, допустим, я буду записывать, выкладывать. Ну, спорт это тоже, это движение, это интерес, это. Еще время сидеть там с паяльником, там сидеть в гараже. То есть иногда надо отдыхать. Кто как умеет, кто-то отдыхает. Я вот так отдыхаю. В шахматы я играть не умею, но чем черт не шутит, а вдруг я смогу играть в шахматы неплохо там наравне. Не попробуешь и как бы не знаешь. Поэтому рейтинг у меня нулевой. Записался, поставил эту программу ВКонтакте недавно, сыграл там несколько игр. Рейтинг у меня там где-то 1280. Это, если кому-то о чем-то говорит, мне мало о чем говорит. Единственное ограничение я там сделал по рейтингу соперников 1400, по-моему. Ну, чтобы хотя бы иногда выигрывать. Хоть иногда получать положительные эмоции. Нельзя же все время проигрывать. Будем выигрывать тех, кто 1400, будем повышать рейтинг соперников. Ну, в общем, от разговора как бы к делу, давайте поиграть. Может, что-то и профессионально. Я вот просто играю и отдыхаю. Ну и какая-то, может, польза из этого извлекается. Так, ну, товарищ что-то погнал, разогнался. Против нас играет Андрей Милявский, 1288, ник, или рейтинг, без разницы. Играем одну игру. Никакие не турниры, просто одиночная игра. Никакой тактики, никакой теории я в помине не знаю. Ну, посмотрим. Шахматы вроде игра скучных людей, но и тут бывают свои сюрпризы. Иногда товарищ такое делает, вот хохма целый. О, видишь, хохма какая, что там задумал. Коня отдал, ой, да это. За слона. Зато полностью моего короля оголил. Видишь, как он догадался поступить. Но мне нравится в этом товарище, что он быстро играет, не тянет резину или там за хвост кого-то. Все четко у него. Все четко происходит.
методично он меня потихоньку начинает дрючить, или как сказать, дрючить, наверное. Конечно. Ай-яй-яй, слона-то я открыл. Он мог бы срубить, но он, видишь, лопухнулся. А я иногда делаю такие приколы. Рискованные. Канает. Так, чувство у нас где-то там безобразничает. Безобразничает. О, я придумал, сейчас я на Е4 поставлю камеру. Ага, поздно на Е4 ставить коня. Не знаю, сюда поставить. У него на связке ферзь и ладья. Вот, давай, вот, прощелкай. А, не прощелкай. Так. Не прощелкай, ну ладно. Обидно, досадно, ну ладно. Забирай пешку. А какую пешку? Ничего он мне тут замесил. У меня головокружение от успехов, что пчелов. Он меня сейчас тут будет мучить. Так, что мы потеряли? Черные. Ладью потеряли. Да. Он отыгрался. Брависсимо. Как говорится. Брависсимо. Он исправился. Так, что такое? Что такое происходит? Ничего не понятно. Такой сидит. В нормальной такой коробочке. Оттуда его колупнуть будет не так-то и легко. Не так легко оттуда колупнуть. Так, Андрей. Держи, как говорится, фигуру бодри. Свои. Иначе вот такую тебе в подлянку я люблю периодически бросать. Все. Человек спекся. На этом игра закончилась. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, смотрите, какие у меня есть.